Добрый день, уважаемые любители винограда! Сегодня 4 сентября 2021 года. Мы с Владимиром Исаенко находимся на винограднике у моего соседа. Это город Полтава. Очередной раз показываем вам кишмыш лучистый. Прекрасный сорт с отличными вкусовыми качествами. Считается эталоном по всем кишмышам, по вкусовым качествам. Ягодка 4-6 граммов, легкий мускат, хорошее сахаронакопление, 120 дней срок созревания. Но учитывая такую бешеную нагрузку, это одно плечо, там второе плечо, то есть плоскость, одна плоскость, вторая плоскость, это все один куст перед вами. Он еще немножко, мускат чувствуется, но идет во вкусе преобладание над сахаром. И на фоне кишмыша лучистого, хотелось бы замечательного сорта кишмыша лучистого, показать вам еще кишмыш красный. Под таким он названием попал мне. Люди предупреждали, что это неизвестно откуда взявшаяся форма. Им кто-то презентовал, показал, подарил там. Цвет, форма ягоды точно такой же, громадные соцветия, но созревает на неделю раньше. Либо это клон, либо это чья-то селекционная работа. Но он привит на зарю несвятую, рядышком там привит полонез 50, и сама заря несвятая плодоносит. Сейчас мы подойдем с Владимиром, и вы все сами увидите. Ну вот мы подошли к кусту, куст корнесобственный, заря несвятая Евгения Павловска. На него было, вот здесь видите, какая нагрузочка идет, на него было привито один рукав этого кишмыша красного, и на той плоскости вы видите остатки полонез 50. Там было 5 гроздей, по-моему, или сколько, я точно не помню, часть уже употребили, не все, но висит, она уже созрела давным-давно, я смотрю, и шершни по нему прошлись. И тут такой, знаете, хороший симбиоз получается. И кишмыш, и заря несвятая, и полонез 50 прекрасно опылившийся, сейчас мы покажем. И вот, вот такие ягодки этого кишмыша крашеного. Тоже, как и в лучистом, есть рудименты, но он уже по вкусу намного вкуснее. Смотрите, обратите внимание. Вот рудиментик есть один. Вот рудиментик есть. Владимир, попробуйте ягодку. Скажите о зрелости, о вкусе этого винограда. Очень вкусный. Очень. Мякоть мясисто-сочная такая, вот кожица съедаемая, с приятным таким
мускатный аромат. Легким таким, да. Нету такого ярко выраженного, но легкий мускат. И обратите внимание, такие же грозди. Вот все тут, стена винограда просто-напросто, этого кишмыша. По две грозди на побег, вот. Даже какие тут две, тут... А нет, а вот это одна и вторая гроздь, одна и вторая. Тут одна, здесь две, здесь раз, два, три. Ну, маленькие. Ну, в общем, на пасынках вот тоже выдает он на гора, будь здоров. Созревание лозы уже идет он какое. То есть, ну, либо это клон какой-то, либо какая-то селекционная работа, может быть, институтская, может быть, других авторов. Ну, по виду он похож на лучистый, а сам по себе это не лучистый. Вот смотрите, какие тут летают красавцы. Ай, не попал, к сожалению. Вот, так что в этом году шершни долбят. И давайте сейчас покажем, как опылился рядышком полонез 50. Мы его уже показывали, он какие грозочки, висит без повреждений, за исключением вот так вот шершни. Вы только что видели тут местных ребят, как они уничтожают ягоду. То есть вот это все идет уничтожение шершнями. Какая замечательная ягода. Вот хорошенькую. Давайте попробуем, Владимир, попробуйте. А это гибридная форма пысынки Олега Михайловича полонез 50. Очень раннего срока созревания, но до сих пор висит. Очень вкусно. Хруста, конечно, нету такого, как на толдуну, например. Вот, но очень вкусная. Кожица съедаемая. Мякоть плотная, мясисто-сочная. Две косточки вот было, косточки коричневые. То он уже созрел, тут это остатки роскоши. Вот фильм, ссылка в конце будет, мы его показывали, я не помню, то ли неделю, то ли 10, то ли 15 дней тому назад. Один из самых первых он созрел. Да. И качество опыления вы видите сами. Цвет прекрасный, грозди тоже такого привлекательного, нарядного вида. Отличная форма полонез 50. Ну, так мы в одном ролике показали вам кишмыш лучистый, кишмыш красный и полонез 50. Извиняемся за посторонние звуки. Здесь у нас строительные работы ведутся рядышком, но на это мы повлиять никак не можем. Да, спасибо всем за внимание. И до свидания, до встречи в следующих видео. Мы с Владимиром Исаенко.